Так, всем привет. Хочу прорекламировать вот такую штучку. Предназначена для измерения вольтажа на батарейках. Данный девайс это у нас изобретение и производство нашего казахстанского пинбола-строения. Так что все работает очень просто и понятно. Здесь два контакта, побольше отверстия, поменьше отверстия. Для тех, кто не служил в армии, это для большого и для маленького контакта. Соответственно, работа все просто. Присоединяем. Показывает вольтаж 8,7. Это у нас была Sony Alkaline. Сейчас вот Kodak. 5. И на понижение. Мертвая батарейка. Это у нас Sony простая. Ну, простая, значит простая. Да, 6. 6 и ниже. Дальше аккумулятор. Не заряженный, который нужно подзарядить. 8,9 хотя показывает. Ну и вот хорошие батарейки Green Cell, которые очень себя хорошо показывают в игре. 9,2, даже можно сказать 9,3. И на повышение идет. То есть хорошая батареечка. Девайс удобен тем, что будете всегда знать, какой вольтаж у вас батарейки. Так как вот от пинбольной жизни у меня очень много всегда батареек валяется в сумке. И порой не знаешь, какая батарейка себя как покажет на игре, на турнире, на тренировке. А постоянно по советским стандартам там пробовать над тестом на язык не очень удобно. Ну и соответственно цешку с собой постоянно таскать тоже не очень удобно. Вот. Данный девайс очень нужен для тех ребят, у которых пушки не high-end класса, допустим, пушки ниже там образца 2013 года. Для всех остальных уже есть экранчики на самих маркерах, которые показывают именно вольтаж на батарейке, нужно или не нужно заменить. Ну и, соответственно, люксы, у кого есть, вам тоже эта фигня не нужна. Ну а для всех остальных приобретайте на Paintball Shop. Всем пока!